приветствую вас на канале Таллинской центральной библиотеки. Меня зовут Марина, я из библиотеки СААСа. Сегодня мы поговорим о 6 детских книжках, которые были отобраны для специальной программы летнего чтения «Лето с книгой». «Ведьмина служба доставки» Кики и Дзидзи. Книга японского автора Эйко Кодона. Свои первые рассказы о девочке Кики она написала в 1985 году. А Хаяо Миядзаки, знаменитый режиссер и мультипликатор, создал мультик на основе этих рассказов. Сама книга небольшая, в ней всего 153 страницы. В книге есть небольшие, симпатичные черно-белые иллюстрации, которые также нарисовал иллюстратор из Японии Михо Сатаки. И немного о сюжете. Главная героиня Кики родилась в семье ведьмы Кокири и Акино. Месяц спустя Кокири увидела на пороге своего дома котенка, который мало того, что смело зашел в дом, так еще и прыгнул в колыбель к малышке Кики. Кокири, мама Кики, увидев такую картину, восприняла это как добрый знак. Котенка, как вы уже, возможно, поняли, назвали Дидзи. Что будет дальше и как так получилось, что эти непоседы стали ведьмой и ведьминским котом, вы узнаете из книги. Думаю, стоит упомянуть, что автор этой книги, Эйко Кодона, получила премию Ганса Христиана Андерсена как лучший детский писатель. Тибот летит на помощь. Книга о приключениях девочки по имени Кэт и ее робота Тибота. Кэт увлекается техникой и программированием, поэтому Тибота она собрала сама. Скорее всего, у вас уже возник вопрос, почему же у этого робота такое странное имя? Как объясняет сама Кэт, он создан из прочного титана, поэтому титан-робот или Тибот. Помимо этого, она еще очень любит животных, она помогала своим друзьям с их питомцами. Кстати, Тибот может не только говорить, и не только с людьми, но и с животными, но и передвигаться, но еще и менять внешность. Именно благодаря этой способности Тибот спасает бельчонка с проезжей части. Немного об авторах. Рина и Сами Карла – детские писатели и иллюстраторы из Финляндии. Все иллюстрации к этой книге они придумали сами. Крупные цветные рисунки почти на каждой странице. Сам текст довольно крупный, так что дети смогут самостоятельно прочитать эту книгу. Тем, кому эта книга понравится, будут приятно удивлены тем, что у нее уже есть продолжение «Тибот и похититель-невидимка». Третья книга на сегодня – «Полезные сказки. Барсучок Задира» от Елены Ульевой. Автор этой книги Елена Ульева, педагог с 20-летним стажем. Опираясь на свой опыт и методику, она написала полезные сказки, которые понравятся не только детям, но и их родителям. Мне кажется, эта книга подойдет малышам от 4 до 6 лет. Книга «Барсучок Задира» посвящена воспитанию в семье и семейным ценностям. В каждом рассказе есть свой смысл, а после каждого рассказа небольшое подведение итога, после чего автор предлагает обсудить с ребенком конкретную тему. А теперь немного о детективах. «Тайна школы Приквиллоу». Автор книги – американская писательница Джули Берри. Книга подходит девочкам от 12 лет. Почему? Потому что все главные героини этой книги – девушки, их семеро, воспитанницы закрытой школы. Кроме того, у каждой из них есть свой талант. Надо отметить, что действие книги разворачивается в Англии в конце 19 века. Во время совместного воскресного обеда были отравлены директриса и ее брат. Кто это сделал? Как сделать так, чтобы школа не закрылась и их не отправили домой? Ответы на эти вопросы вы получите, прочитав книгу. «Дело о пропавших хвостиках».
Книга написана английским писателем Стивом Войком, который не только пишет книги для детей, но и преподает в университете. В книге очень много симпатичных черно-белых иллюстраций. И вообще, оформлена книга очень приятно. Книгу проиллюстрировал британский иллюстратор Джим Филд, который, помимо этого, еще является режиссером анимационных фильмов. Книга из серии «Щенок Максвелл» и «Хвостатая команда». Главный герой книги, как вы уже, возможно, поняли, щенок Максвелл. Он живет у мистера Дабсли, не у самого приятного человека. Однажды помощник мистера Дабсли, Феррис, принес домой пекинеса по имени Пейсли. Пейсли и Максвелл подружились, но в один момент мистер Дабсли решает избавиться от собак. Если вам стало интересно, что произошло дальше, куда пропала Пейсли и кто еще поможет щенку Максвеллу, смело читайте книгу. И отдельно хотелось бы выделить книгу «Детективы старого Таллина. Картины черноголовых». Автор этой книги – эстонская писательница Рейли Рейнаус. Она знакомит юных читателей со старым городом. Из этой книги вы получите много информации об интересных местах старого города, например, о братстве черноголовых. И уж точно узнаете, откуда появилось именно это название. Главные герои книги – Ребекка и Грегор. Им предстоит помочь одной загадочной даме, имя которой они даже не знают. Считается, что в старом городе обитает много привидений. Где же их можно увидеть, стоит ли их бояться, или же они могут даже помочь, вы узнаете из книги. И еще, у этой книги уже тоже есть продолжение. «Детективы старого Таллина. Письма, написанные кровью». Отдельно можно отметить то, что эта книга вышла при поддержке фонда Eesti Kultuur Capital. Ну что, на сегодня это все. Увидимся в библиотеке и хорошего лета!